исполнившийся сон пророка Юсуфа. После этого разговора пророк Юсуф дал братьям свою рубаху и повелел им отнести ее к отцу, который был уже глубоким старцем и ослеп из-за тоски от утраты любимого сына. «Идите с этой моей рубахой и покройте ею лицо моего отца, тогда он прозреет, и приходите, приведя ко мне всю вашу семью». Когда караван стал отдаляться от Египта, отец их сказал: «Если вы не считаете меня безумцем, верьте, я чувствую дух Юсуфа». Они сказали: «Клянемся Аллахом, поистине, ты в своем старческом заблуждении». Но когда гонцы принесли пророку Якубу рубаху Юсуфа, происшедшее с ним так описывается в Коране: «Когда же пришел благой вестник и набросил ему на лицо рубаху, он вдруг снова прозрел. И сказал Якуб: „Разве я не говорил вам, что я знаю от Аллаха то, что не знаете вы?“» Когда пророк Юсуф встретился, наконец, со всей семьей, он обнял всех и принял их в своем доме с радостью и милосердием. В Коране описывается также, с каким уважением и почитанием пророк отнесся к прибывшим к нему отцу и матери, обретя их после долгих лет разлуки. «Он поднял и посадил отца и мать свою на трон, и они все пали перед ним ниц». Этот момент и стал свершением того божественного сна, который он видел в детстве. Ведь ему привиделось тогда, что 11 звезд, солнце и луна пали перед ним ниц в знак почтения. Теперь же все собравшиеся в присутствии матери, отца и его братьев свидетельствовали ему свое искреннее уважение и глубокое почитание, склоняясь перед ним. И сказал он: «О, отец мой, это толкование моего прежнего сна. Аллах сделал его истиной, оказал мне милость, ибо вывел меня из заточения. Он привел вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между мной и братьями. Истинно, мой Господь благосклонен, к чему благоволит. Воистину, Он знающий, великий, мудрый». Многие из людей не ведают, что каждый миг их жизни предопределен и задуман самым совершенным образом Всевышним Творцом еще задолго до их появления на свет. Жизнь пророка Юсуфа, описанная в Коране как назидание уверовавшим, является ярким тому доказательством. Однако пророк Юсуф все годы сохранял в сердце глубокую веру и упование на Всевышнего, являя подлинное терпение и решимость, достойные истинного мумина. Перед лицом всех испытаний возносил хвалу и благодарение Создателю и был вознагражден Всевышним величайшими благами еще при жизни. В предании о жизни пророка Юсуфа в Коране Всевышний Господь наш передал нам великую истину, которая гласит: «Истинно, за каждой трудностью наступит облегчение. Поистине, за каждой тяготой приходит облегчение.